Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Age World. С вами Юрий Гимельфарб и Александр Глущин. Здравствуйте! Как известно, сегодня должна состояться пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. То прямая есть, линия. Прямая линия. То есть общение вождя с народом. Но в понедельник Владимир Путин дал интервью журналисту Вольфу, в котором, можно сказать, изложил основные тезисы своего предстоящего общения. Вот, Саш, что ты думаешь на эту тему? Внимательно посмотрел все это дело. Значит, двоякое чувство было в период этого интервью, скажем так. С одной стороны, смешно. Очень смешно. В смысле? Я просто смеялся. Понимаешь, это как вот читать сказку про Буратино, например. Ты знаешь, что этого быть не могло, да? Что да. Из деревяшки человек не получится никогда. Угу. Вот. И что там, деньги не растут на поле чудес в стране дураков. Да, и крекс-фекс-пекс говорить да, бесполезно. Да, да, да. Вот. А с другой стороны, очень тошнотворное такое состояние. Угу. Прям вот, знаешь, как будто чего-то сильно жирного поел и запил холодной водой. Вот, то есть, или молоко с солеными огурцами. Вот, вот именно такое состояние, что ладно, сидит человек и рассказывает сказки. Но дело в том, что сказки-то рассказывает национальный лидер. Ну, в общем, вот что да. Обидно. Вот. И там тезисы такие интересные, что средства массовой информации в России полностью свободны и независимы. Можно смеяться в этом месяце. Ну или тошнить, чтобы стошнило. Или смеяться. Что тебе? Но... Как могут быть независимые средства массовой, имея определенный опыт работы в средствах массовой информации, мы скажем это очень мягко. Очень мягко. Они вообще по определению не могут быть независимыми. Ну, в общем, за исключением нашего с тобой канала. Ну да. Да. Вот. Не могут быть независимыми, потому что у каждого СМИ есть хозяин. У кого-то государство, у кого-то олигархи, у кого-то там промышленники, у кого-то еще там какие-то финансово-промышленные группы. Все кому-то принадлежат. Кто девочку кушает, тот ее и танцует. Да. Ужинает, да. Тот ее и танцует. Потому что девочку кушает, это уже, Саша, это уже, наверное, экстремизм. А, да, точно. Да, да, да. Беру свои слова обратно. Да. СМИ у нас свободны. Второе, то, что нам в политику должны приходить, к нам в политику, в российскую, должны приходить люди с положительной повесткой дня. Что нам вот эти всякие Саакашвили не нужны. То есть это бегают по крышам. Да, да, да. Это второе сравнение некоторого лица с Саакашвили, которого он опять так и не назвал. Ага. Я понимаю, что речь идет о Навальном, но он говорил достаточно долго на эту тему. Нам не нужны люди, которые приходят просто все разрушать, подрывать устои государственности и не приносят никаких положительных предложение. Слушай, Саша, если раньше, вот мы же с тобой практически ровесники, если раньше самая длинная фамилия в Советском Союзе была и примкнувший к ним Шипилов, то сейчас самая длинная фамилия, это получается Навальный, о котором, фамилию которого национальный лидер произносит в течение, по-моему, 7 минут. Или я ошибаюсь? Ну да, она длинная. Да, она очень длинная фамилия, очень длинная. Извините, что значит нет положительной повестки? А борьба с коррупцией – это что? Я понимаю, что это, в общем-то, для России сейчас самая положительная повестка. А борьба за честные прямые выборы, которые тоже занимается тоже. Навальный, которого на выборы не пускают, это тоже положительная повестка. Будут выборы – будет политическая конкуренция. Будет политическая конкуренция – будет дан толчок развитию политической системы. Но я подозреваю, что, наверное, национальный лидер имел в виду, ту положительную повестку, это когда великая княгиня Мария Владимировна Романова схлестнулась с Натальей Владимировной Поклонской. Да, 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 это конечно, это положительная повестка. Ну, в стране других проблем нет, господа. Конечно, нет. Ну и интересный момент, очень надо отдать должное господину Вольфу, что мне понравилось. Он очень основательно подготовился и поднял серьезные факты, связанные с бывшим поваром Путина, господином Пригожиным, который, по той информации, которую в своих вопросах изложил Вольф, оказывается, имеет серьезные подряды с Министерством обороны, заказы от Министерства обороны, имеет серьезные, владеет частными военными компаниями, это уже, в принципе, весь мир об этом знает, и так далее, так далее. Все вокруг Пригожина, всю ситуацию изложил. Владеет и спросил, фабрикой троллей. Вы же с ним, да, фабрикой троллей, вот да, этой самой, которая конечно. Занимается хакерством по всему миру, да? Угу. Пытается влезть в чужие выборы. И в конце задает, он задал длинный вопрос и говорит, но вы же с ним очень хорошо знакомы.
господин президент. Он говорит, ну я много с кем хорошо знаком, но государство на деятельность Пригожина как предпринимателя не влияет. То есть он этим говорит, что хочет, пусть разводит фабрику троллей, хочет, пусть имеет не предусмотренных российскими законами частные военные компании. Да, мы говорили с тобой. Но целая передача была на эту тему, да. Вот. Получает выгодные контракты, подряды. Контракты, подряды, да. Да. Хотя это простой ресторатор. Ресторатор. Ну, вот тут рядом есть ресторан, пойдем спросим. У директора ресторана. А что нам ходить в ресторан спрашивать? Вот давай мы у Саши Стрыгина спросим. Он же какой классный повар. И вот тут мне уже дико интересно. У тебя есть, Саш, своя вот гвардия? Как ты считаешь, что кто лучший повар, Пригожин или ты? По доходам, конечно, Пригожин. Так я не по доходам, я по искусству. Ну по откуда искусству? У него? По искусству лучше, конечно, я. Вот, ну, мы я же другого ответа не ожидал. Да, нет, ну, понятно, ну, понятно, понятно. Человек талантливый, а частной военной компании нет. А вот это тебе минус, Саша, минус. Ну, скиньтесь и откроем частную военную компанию. Получки. Вот. И тут вдруг вот, тут прям как пробило. Но есть же у вас там на Западе такой меценат, филантроп, господин Сорос, который лезет в политику, в экономику всех стран, которые его окружают. И тут я сравнил Пригожина с Соросом. То есть объем меценатской благотворительной деятельности связанный с развитием науки, культуры, образования. Да, он где-то влияет на политику государств, он где-то влияет на экономику государств, но, тем не менее, он приносит огромную пользу. Вот помнишь, 90-е годы он фактически все саратовские вузы вот, да. снабжались компьютерами, учебниками. Да, за по этим учебникам до сих пор учатся люди и в школах, и в вузах. Тут, и тут у меня поперла другая ассоциация. А что если, например, Рогозина приравнять к Илону Маску? О, Господи, Саш, вот говорю честно, я столько не выпью. Ну Пригожин – это Сорос. Рогозин, он же космосом командует. Рогозин. Рогозин. Он Илон Маск. Рогозин. Илон Маск. А, например... Что-то как-то не сходится у меня. Ну как? Тот развивает космос, а этот развивает космос. Только у этого все падает, у того летает. Ага. Ну ты еще Чубайса со Стивом Джобсом сравни. О, Чубайс, Стив Джобс. Развитие вот этих нанотехнологий, электронных... Саша, у тебя какие-то сейчас фантазии, еще, надо еще сейчас найти какого-нибудь нашего артиста, типа Ольги Бузовой, например. Ага. И сравнить с какой-нибудь всемирной величиной в культуре. Ну, я вот слаб... С Мадонной. С Мадонной, которая, кстати, тоже является филантропом и меценатом. Вот такое вот интервью. Почему бы повели речь сегодня об этом? Кто... не слышал, я основные тезисы привел вот того интервью, которое он давал господину Вольфу, и что мы должны услышать сегодня. Я думаю, все будет примерно того же содержания, что нам нужны люди с положительной повесткой дня, что нам не нужны всякие типа Саакашвили, там, которые бегают по крышам. Что и у нас самой длинной фамилии, абсолютно свободные СМИ. Запоминайте, вы все это услышите. Единственное, чем будет дополнено это, что в прямой линии участвуют все губернаторы, мэры крупных городов и часть правительства, министров. Представляешь, как будет? Встает у экрана какая-нибудь заранее подготовленная девочка и говорит, а у нас в деревне Соплевка на улице Красноармейской нет детской песочницы. Он кулаком по столу, где губернатор, где мэр деревни Соплевка? Я тебя сниму, я тебя уволю. Вы бессовестный человек. Через 15 минут будет доклад. Песочница стоит. Ага. Вот, и губернатор остался. И губернатор остался. Ну да. Ну, там, ну как всегда. Ну, со строгим выговором там. Вот. С занесением будет... во все места. Да, 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 да. Вот это будет, эта схема накатанная. Просто теперь он не стал звать в студию вот эту подтанцовку. Но, Саш, ну вот в финале уже такой вопрос. Вот все СМИ, сервильные СМИ, они в один голос говорят о том, что там будет что-то необыкновенное, там что-то будет совершенно новое. Вот я пытаюсь понять, что там может быть новое за 18 лет? Абсолютно ничего. Я вот тоже не понимаю. Дело в том, что даже... Что ты хочешь сказать? Что там будет новое?
кого-нибудь в прямом эфире в отставку отправить. Это возможно. Это возможно, безусловно. Ну, то есть показать свою принципиальность и насколько. И самое интересное, что тот, кого отправят в отставку, заранее уже об этом знает. Угу. Он уже чемодан собрал, его вызвали в администрацию, назначили уже заочно другого. Ну, посмотрим. Скорее, ему пенсию, и дали ему дачу, и дали ему должность, наверное, в Совете Федерации. Да. Интересно, это будет Валерий Васильевич Радаев или кто? Саша, твоя точка зрения? Вот не могу прокомментировать. Всякая информация сейчас ходит. Не могу прокомментировать. Потому что я точно знаю, что Валерий Васильевич уже как бельмо на глазу в Кремле, и надоел он там как горькая редька. Ага. Но есть такой корень, горькая редька. Надеюсь, поняли вы меня, как писал Игорь Евтенев. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу предстоящей пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, то есть его общения с подданными. А после обсудим ее результат. Выводы делать, напоминаю, только вам. До встречи. Подписывайтесь на канал «Не ошло». Пока.